Если вы смотрите это видео, значит, вы уже в США по программе U4U и, скорее всего, задумываетесь о том, как остаться в Штатах после программы. Как вы наверняка уже знаете, программа U4U имеет граничный срок, а это значит, что после 2 лет программы ваше пребывание на территории Штатов станет нелегальным. Но не волнуйтесь, в этом видео я расскажу, какие у вас есть возможности для того, чтобы остаться в США после U4U и как ими воспользоваться. Обязательно досмотрите это видео до конца и подписывайтесь на наш канал, ведь мы тщательно следим за всеми новостями для украинцев в США и рассказываем об этом здесь простыми словами. Воссоединение семьи. Итак, первый и наиболее распространенный вариант, чтобы легально остаться в США, это воссоединение с семьей. Для этого нужно иметь близкого родственника, который уже является гражданином США или имеет грин-карту, а также ему должно быть более 21 года. Близким родственникам относятся муж или жена, несовершеннолетний сын или дочь, в том числе приемные, а также отец или мать. Последние могут подать документы только если их ребенок является совершеннолетним гражданином США. Все остальные члены семьи считаются не близкими родственниками, но также могут подать прошение на воссоединение с семьей. Однако время ожидания на разрешение в этом случае будет от 5 до 15 лет. Близкие родственники граждан США имеют приоритет, и их дело будет рассматриваться быстрее, без очереди. Если за 2 года программы U4U вы уже успели пожениться или выйти замуж за американца или владельца грин-карты, это тоже подходит для легализации по воссоединению с семьей. Выбирая этот вариант иммиграции, нужно понимать, что не во всех случаях вы можете подать заявку на смену статуса, находясь в США. Поэтому для того, чтобы определиться с дальнейшими шагами в этом процессе, очень рекомендуем пообщаться с юристом, чтобы сделать все правильно и согласно американскому законодательству. Обучение. Следующий вариант – это обучение. Если вы поступите в американский вуз или даже в бизнес или другую специализированную школу на годовую или 2-летнюю программу, то сможете получить студенческую визу на время обучения. Это отличный вариант для тех, кто хочет получить американское образование и хорошие перспективы для работы в будущем. Часто здешние студенты получают джоб-оффер еще во время обучения, поэтому продолжение пребывания в США после окончания студенческой визы часто происходит уже на основании рабочего контракта. Работа. Ну и, конечно же, сам рабочий контракт по отдельности также является одним из вариантов, чтобы остаться в США. Если вы найдете американского работодателя и заключите с ним договор, он поможет вам оформить документы на пребывание в Штатах и получить рабочую визу, как минимум на срок действия контракта. Звучит вроде бы несложно, но есть один нюанс. Как правило, работодатели в США должны рассматривать в приоритете кандидатов-американцев, либо тех, кто уже имеет право на легальное пребывание в США. Поэтому работодатели со своей стороны придется доказывать американскому министерству труда, что он действительно искал на эту должность американца, но не нашел подходящего, а вот вы подходите идеально. Грин-карт. Еще один вариант – это получить грин-карт. Мало кто знает, но грин-карт можно не только выиграть в лотерее или получить через воссоединение с семьей, но и получить за какие-то достижения. Например, если вы имеете известные или международные награды в своей или других странах, получали высокие научные звания и сможете доказать, что будете полезны Америке для развития какой-либо индустрии. Также получить грин-карт можно за открытие бизнеса в США. Если вы уже имеете успешный бизнес в Украине, над которым вы работали более 1 года до приезда в США и который успешно функционирует до сих пор, а теперь вы открываете филиал или другой бизнес в Штатах и можете доказать, что бизнес здесь тоже процветает, сотрудники получают зарплату, а вы платите налоги, это также один из вариантов для получения грин-карт. Еще один важный момент, если вы сейчас находитесь на территории США по гуманитарному паролю, то для получения любого типа визы, будь то рабочая, студенческая или виза грин-карт, вам необходимо будет выехать в другую страну для прохождения собеседования в посольстве США. И да, если вы покинете Соединенные Штаты, вы не сможете вернуться по гуманитарному паролю, но вы сможете сделать это на основании вашей визы, которую и получите в американском посольстве в другой стране, потому что получить визу в США на территории США невозможно. Еще один путь – это получить грин-карт через инвестиции. По условиям необходимо инвестировать минимум $800 000 в бизнес в США и развить его до минимум 10 сотрудников. Если все будет выполнено по правилам, вы будете иметь все необходимые документы, а также отчеты о доходах за последние 5 лет, можете смело претендовать на грин-карт. Политическое убежище. И, конечно же, один из вариантов все же остается политическое убежище или статус беженца. Однако, чтобы его получить, нужно доказать, что в стране вашего происхождения вашей жизни и свободы угрожает реальная опасность, а именно угроза жизни и здоровью, преследование по национальности,
расе, религии, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям. Однако получить статус беженца украинцам после программы UFU будет сложно. К тому же могут возникнуть куча ограничений по выезду за пределы США, и мы не рекомендуем выбирать этот вариант для легализации. Как видите, есть разные варианты для легального пребывания в Штатах после программы UFU, и к каждому из них надо подходить серьезно и углубляться в детали. Если же вы все же решили остаться в США, советуем начинать процесс дальнейшей легализации как можно скорее, ведь время идет, а сборы, оформление и длительную проверку документов со стороны США никто не отменял. Ну а если вы не уверены, какой из вариантов вам подходит лучше всего, обращайтесь к нам за консультацией, и мы оценим ваши шансы, расскажем про все возможности именно вашей ситуации и поможем все оформить. Контакты в описании под видео. На этом все. Если вы проходите процесс легализации после UFU, делитесь своей историей в комментариях. Эта информация будет полезна нашим зрителям, которые только планируют первые шаги.